Похоже, тот бумер Максу совершенно голову вскружил. Он черным коршуном с минуту покружил вокруг черной иномарки, которую хозяин по зоопарке, заведенной минут на 10, оставил во дворе. Бэха по-дьявольски, соблазняя пацана, подмигивала ему включенным поворотником. И пермяк, приехавший в Екатеринбург, в город больших возможностей, соблазнов дрогнул. Допив пива из стакана, он сел за баранку чужого бумера. И едва снежная пыль за бэхой завихрилась, из подъезда вышел ее хозяин. Заметил удаляющиеся в никуда красные огоньки своей иномарки. Он даже помчался ей во след, но было поздно. Его супруга Ольга, хоть и расстроенная ниже некуда и, вероятно, изрядно мужа попилившая за забывчивость, духом не упала и надежды вернуть бумер не потеряла. Женщина, словно заправский детектив, не только смогла собрать и придать огласке все записи с наружных и внутренних камер наблюдения, но и вышла на след барышни, которую в тот вечер провожал будущий угонщик с пивом. Собственно говоря, от нее она и узнала о том, что это Макс, приятель ее кавалера. И он в тот вечер забавными шутками и прибаутками проводил девушку до самой двери ее квартиры на 20 этаже. Впрочем, стоп. Пожалуй, самое время восстановить полную ретроспективу произошедшего со слов Ольги, которыми женщина поделилась с порталом Е1. Все произошло в прошлую заснеженную субботу, 9 декабря, во дворе 25-этажного дома на Союзной 27. Это буквально в квартале от Южного автовокзала и от спуска в городскую подземку на станции Чкаловская. Судя по пивному стакану в не успевшей замерзнуть руке Макса, подругу друга своего он провожал не издалече и, болтая с барышней в лифте, ни о чем дурном не помышлял. По крайней мере, от камер в подъезде и в лифте он не прятался. И если бы муж Ольги так не спешил и не оставил свою бэху под окнами дома с ключами в замке зажигания, Максим, приезжий на заработки, не ступил бы на кривую дорожку. Она, кстати, в заочном формате уже довела его до уголовного дела по воровской 158 статье. Хозяин БМВ написал заявление в полицию. В 12-й ОП. Личность подозреваемого уже установлена, его розыск продолжается, уточнили в комментариях городскому порталу в пресс-центре городского управления полиции. Между прочим, угнанный черный БМВ был вовсе не похож на легендарный бумер из кино. Тот был 7-й серии, этот со двора на Союзной, 1-й. Так что спонтанный Макс пивом вряд ли мог ностальгировать по лихим 90-м. Он тогда вообще лишь на свет Божий появился.